Здравствуйте, уважаемые студенты. Мы начинаем курс практических работ по дисциплине электротехника для неэлектрической специальности. Тема практическая первая – это расчет электрической цепи с параллельным и последовательным соединением проводников. Цель нашего занятия сегодня – это ознакомиться с методом расчета цепи при параллельном и последовательном соединении элементов. Ну и приступим. Последовательным соединением называется такое соединение сопротивления, когда образуется один замкнутый контур, и через все сопротивления протекает один и тот же ток. То есть, вот у меня на рисунке показаны сопротивление, соединенное последовательно. По данному контуру будет протекать абсолютно один и тот же ток. То есть ток будет равен константе. А вот напряжение у меня будет находиться согласно второму закону Кирхофа. У меня будет U равно U1 плюс U2 плюс U3. Распишем это напряжение по закону Ома. То есть U равно и умноженное на R. И расписываем. Далее мы ток выносим за скобочку, и вот у меня получается сумма наших сопротивлений. То есть U у меня будет равно I на R общее, либо можно сказать на R эквивалентное. R общее в данном случае будет как R1 плюс R2 плюс R3, то есть сумма всех сопротивлений. Соответственно, мощность у меня будет находиться и квадрат на R общее. То есть мощность всей цепи. Единицы измерения будут ваты. Параллельным соединением называется такое соединение сопротивления, когда соединены между собой начало сопротивления в один узел, а концы в другой. В результате этого сопротивление находится под одним и тем же напряжением. То есть здесь у меня соединены три сопротивление параллельно. Напряжение, приложенное к первому резистору, ко второму, к третьему, будет абсолютно одинаковое. То есть ток, протекающий по данной цепи, будет уже находиться по первому закону Кирхофа. Вот он у меня находится. И1, и2 плюс и3. Соответственно, опять распишем каждый ток по закону Ома и вытащим напряжение за скобку, так как оно константа. Соответственно, у меня получается единица на R1 плюс единица на R2 плюс единица на R3. То есть это у меня можно заменить как R общее в данной схеме, и либо как G1 плюс G2 плюс G3, где G – это у меня обратная полная проводимость ветви, активная проводимость ветви. Соответственно, закон Ома можно переписать вот так и равно U на G общее. Единица измерений Сименса обратной активной проводимости ветви. Далее рассмотрим смешанное соединение нагрузок. То есть у меня R1 и R2 последовательно, относительно R3 они будут параллельны, а относительно R4 будут последовательны. То есть начиная сворачивать нашу схему с конца. Не сначала, а именно с конца. Поэтому у меня будет R1, 2, будет как сумма двух сопротивлений, так как они у меня последовательны. Далее у меня все вот эти два резистора будут собираться как параллельные. Ну и потом просто будет общая сумма этих резисторов двух. Соответственно, ток, проходящий через и четвертый, вот здесь, вот через четвертый резистор, это будет согласно закону Ома. То есть вот это напряжение разделим на общее сопротивление. Вот оно у меня. Далее мы найдем напряжение на вот этом резисторе, на R1, 2, 3. Оно у меня будет находиться как И4 умноженное на это сопротивление. Почему? Из-за того, все это следует из того самого закона Ома. Вот мы нашли. И, соответственно, ток И1 у меня будет УАБ, деленное на 1, 2,
так как напряжение на вот этом резисторе, оно будет точно такое же, как и здесь, так как соединение параллельно. И, соответственно, третье будет находиться как у АВ, деленное на F3. Вот так вот мы можем решить смешанное соединение нагрузок. Найти токи, найти напряжение и найти общее сопротивление в зависимости от того, что требует у нас задачи. Далее я предлагаю рассмотреть пару задачек. Определить эквивалентное сопротивление цепи. Каждое сопротивление равно просто какому-то абстрактному значению R. То есть в этой цепи у меня получается R2 вот этих резисторов, они соединены параллельно. А относительно вот этого резистора они будут последовательны. Вот тут у меня и пишется R, вот оно последовательно, и 2, вот резистора параллельно. То есть R умножаем на R, R плюс R. Соответственно, математически считаем, и это будет 1,5 умноженное на R. Далее рассмотрим вот такую схему. Здесь получается два сопротивления, вот эти, они будут относительно друг друга последовательны, эти тоже. Но относительно друг друга они будут параллельны. Поэтому у меня получается 2R умноженное на 2R. 2R получается R плюс R будет 2R. 2R плюс 2R деленное на 2R плюс 2R. И ответ будет просто R. Далее рассмотрим. Определяем эквивалентное сопротивление цепи. Вот такой вот. Тут очень просто. Соединены последовательно. Мы просто их все сложим. То есть R плюс 2R будет 3R, и плюс 3R будет 6R. То есть вот у меня общее сопротивление цепи. Давайте перейдем и посмотрим вот такую схему. Она более сложная, поэтому мы начнем ее сворачивать именно с конца. Вот эти два резистора, они у нас будут параллельно, потому что здесь два узелка. Когда мы их соединим параллельно, относительно вот этого резистора, вот эти два резистора будут последовательны, то есть их надо будет сложить. Потом они будут опять параллельно, потому что вот узелки. Потом будут последовательно. Потом опять станет параллельно. И относительно вот этого резистора они станут все последовательно. Поэтому у нас ответ будет просто R равно 2R. И здесь вот эту схему давайте разберем. То есть здесь у нас получается вот этот резистор 20 Ом, этот резистор 10, здесь 20 и опять 20. Два вот этих сопротивления, они у нас соединены параллельно. То есть 20 умножить на 20 и 20 плюс 20, это будет 400 разделим на 40. Это будет 10. Вот эти два сопротивления относительно вот этого, они будут последовательно, значит 10 плюс 10 будет 20 Ом. А относительно вот этого сопротивления они будут параллельны. Поэтому общее сопротивление у меня получается 10 Ом. Вот так у нас решаются цепи с параллельным и последовательным соединением резисторов, а также смешанным. В системе универа лежит задание во вкладке «Практические занятия». Его необходимо скачать, согласно вашему варианту, выбрать схему и ее решить. Прислать мне через систему универа во вкладку «Дистанционное обучение». Если будут какие-то вопросы, можете их задавать посредством WhatsApp, универа. Я всегда вам отвечу. Спасибо за внимание. Thank you.